Около полумиллиона украинцев имеют паспорта других стран. Об этом заявляют эксперты. Официальной статистики на этот счет нет. Чаще всего второе гражданство нашим соотечественникам дают Польша, Венгрия, Румыния и Россия. То, что проблемы существуют, признают и в МИДе. Сегодня свои варианты решения предложил министр Павел Климкин. Какие? Расскажет Ольга Пономарюк. Десятки тысяч, именно столько украинцев имеют двойное гражданство, признают в МИДе. Желание заработать, путешествовать без препятствий, бизнес-интересы – главные причины, по которым украинцы оформляют паспорта других стран. Мы прекрасно знаем, что десятки тысяч, и я тут не перебільшую, громадян Украины, имеют иное гражданство, которые его отримали. Каким чином мы ставимся до этих громадян? У нас в законе написано, що ми в своїх правових відносинах розглядаємо їх як громадян України. На самом деле картина намного печальнее, говорят эксперты. Речь идет о сотнях тысяч. Практически каждый десятый в Закарпатье имеет венгерский паспорт. На Буковине спросом пользуются документы соседней Румынии. По данным местных журналистов, румынский паспорт оформил каждый третий житель Черновицкой области. А это около 300 тысяч человек. Пишешь заяву, выучаешь на румынском мове присягу, едешь у Бухарест, кілька фраз румынской мовы говоришь, даешь, рассказываешь выученную присягу, отримаешь паспорт, едешь домой. Треба умело подойти нам біля консульства, там завжди стоят такие хлопцы, которые помогают отримати паспорт. Более того, двойное гражданство есть и у чиновников, и у депутатов. А некоторые вообще организовали целый бизнес. Например, главный специалист Хатинской райадминистрации оказывал услуги посредника при оформлении загранпаспортов. В 2016-м его задержали на границе. В МИДе уверены, решение, которое не повредит людям с двойным гражданством, а наоборот, освободит их от необходимости, его скрывать найти можно. Оскільки, ну, якщо ти хочеш отримати друге громадянство, у нас нема за це покарання. Ну, скажи це відверто, ти отримуєш нові права і обов'язки. Але приховувати це і казати, що далі будуть маніпуляції з документами, в тому числі з українськими документами, це за визначенням неприйнятно. Необхідність дискусії по вопросу двойного гражданства в Україні назріла, уверен Павел Климкін. І починати її потрібно як можна швидше, а паралельно працювати над зміненням законодавства. Ольга Пономарюк, Ігор Ріга, подробності, телеканал «Інтер».